Привет, друзья! Мой сегодняшний обзор посвящен очень нужному и полезному прибору, особенно для людей, у которых есть дети. Термометру для измерения температуры тела Xiaomi Mi Home iHealth. Спасибо магазину i-market.shop за предоставленный на обзор девайс. Производится он знаменитой компанией iHealth, которая специализируется уже очень много лет на девайсах для здоровья. Со смартфоном не синхронизируется, но термометру, согласитесь, это ни к чему. Давайте вместе распакуем и посмотрим, как он работает. Поехали. Во время высокой температуры, когда ребенок уснул, контроль ртутным градусником мешает ему, так как градусник часто выпадает или ребенок во сне меняет позу, и градусник уже невозможно поставить под мышку. Да и постоянные переживания, что градусник разобьется, не дают всем покоя. Но, к счастью, все это в прошлом. Поставляется устройство в белой картонной коробке, характерной для устройств экосистемы, о принадлежности которой говорит логотип на торце коробки. В коробке находится сам термометр, внешне напоминающий какой-то пульт управления, инструкция на китайском языке и две батарейки формата 3А. Сверху защитная пленка. На транспортировочной наклейке нарисована схема измерения температуры. Корпус термометра сделан из матового пластика и окрашен в белый цвет. Градусник легкий и эргономичный. Его очень удобно держать в руке. Вес с батарейками 89 грамм. Длина 13 сантиметров, ширина 3 сантиметра, толщина 4 сантиметра. Термометр имеет удобный LED-дисплей. В устройство встроен вибромотор для информирования об успешном замере. Как заявляет компания производитель, термометр от Xiaomi оснащен точным немецким инфракрасным датчиком от компании Heymann. Он позволяет производить точные замеры и имеет небольшую погрешность. На градуснике есть одна единственная кнопка, которая предназначена для включения градусника и замера температуры. В использовании термометр Xiaomi iHealth очень прост, и, как заявляет компания, с ним справится даже ребенок. Для измерения необходимо направить термометр на центр лба и держать его на расстоянии 3 см от измеряемой области, не допускать контакта с лбом, нажать кнопку на термометре. После измерения температуры ощущается вибрация устройства и на дисплее появляется значение температуры тела. На все измерения пара секунд. Я пришел к заключению, что это достаточно точный прибор, очень удобный в использовании, имеет приятный дизайн. Считаю, что такой прибор совершенно необходим в семьях, где есть маленькие дети, для возможности моментального измерения температуры, что часто очень важно. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Напишите в комментариях, что вы думаете о подобных умных девайсах от компании Xiaomi, коих сейчас очень много. Заходите на i-market.shop, подписывайтесь на канал и на социальные сети. Ссылки в описании, впереди еще много интересного. Присоединяйтесь.